Ну, радиолокация – это ответвление радио, а у нас с вами в преддверии мы находимся праздника Дня радио. Поэтому я, пожалуй, хотел бы начать с радио. Я вспоминаю свое детство, когда мне было лет 6, это был 35-й год примерно. Во каждую квартиру в городе провели репродуктор, так называемый. Это тарелка такая была, которая, значит, по которой передавались передачи. Примерно это было в полулапотной России. Это было такое выдающееся достижение, когда до каждого человека довели радио. Вот. А я слушал это, да, вот что я хотел сказать. И было такое, ну что ли, песни пели, загудели и заиграли провода, мы такого не видали никогда. Или здорово, здорово, у ворот Егорова, у наших ворот громко радио поет. Вот. А по радио были детские передачи. Вот. И я их, как ребенок, очень любил. Вот. И вот как-то и слушал всегда, и ждал. Вот. И вот как-то мне говорят, что в Москве у моей тети Мани есть приемник, в котором много радиостанций принимается, и там много детских передач. Вот. Я через год попадаю в Москву, приезжаю к тете Мане, вот, и начинаю вертеть, станции есть, а детских передач нет. С тех пор мое разочарование в радио продлилось практически всю жизнь, до тех пор, пока я случайно не попал на радиофак. Где у нас был, может быть, тут даже кто-то из присутствующих помнит, был капитан Суслов, вот, на военной кафедре. Он нас вышкалил по радиолокации. Мы знали два радиолокатора наизусть. Можно было меня спросить, сопротивление R584, где? И я должен был сказать, что это сопротивление в цепи учечки, такой-то лампы, там такой-то мощности и так далее. Вот. Наизусть. Вот. И он и электродинамику, и распространение радиоволн. Короче говоря, два года этой радиолокации, вот там она у меня началась. В целом, докладываю вам, я поработал в радиолокации 65 лет. И работаю до сих пор. До сих пор. Ну, интересно, что это одна из динамичнейших отраслей науки и техники. Там всегда возникали, непрерывно возникали новые задачи, возникали новые возможности. И новые научно-технические идеи. Вот. Мой труд и труд всех моих друзей и разработчиков был всегда востребован, как и по сей день. Вот. И я хотел бы вот с вами поделиться. И тут, ну так я публику, оказывается, многих знаю. Не такая уж она это слабая, слабая публика, как мне Михаил Иванович говорил. Я хотел бы вам рассказать, так что же являлось движущей силой вот этого вот прогресса в области радиолокации. Во-первых, непрерывно совершенствовались средства. Да, я в военной радиолокации работал, я не оговорился. У них было много применений, о которых я скажу. Вот. Множились и совершенствовались средства нападения. От самолета
до межконтинентальной баллистической ракеты. Кстати говоря, межконтинентальная баллистическая ракета, кто не знает, это летит огромная головная часть ракеты, это огромный контейнер с боевыми блоками, которые, значит, отстреливаются и могут лететь на многие сотни километров, да, разно одновременно поражать разные объекты. Это самый последний, это гиперзвуковые летательные аппараты. В частности, гиперзвуковая крылатая ракета, которая буквально падает на голову с огромными скоростями из космоса. Она маневренная. И у нее скорость порядка 10 мах, а сейчас хвалится и больше будет. Вот. Это огромное количество беспилотных летательных аппаратов. Интересная другая, так сказать, что ли, разновидность. Это противотанковая болванка. Это вот примерно вот такой вот величины, вот такой точно лом, который летит со скоростью, например, там 6 махов. Вот, и может пробить броню танка толщиной метр. Вот, и вот, ну, если будет интересно, я могу рассказать, как активная защита танка с помощью радиолокатора и там другое. Вот. Появились самолеты-невидимки, так называемые технологии стелс, которые там в сантиметровом, дециметровом диапазоне имели крайне малые отражающие поверхности. Создана крылатая ракета, огибающая местность, летящая на высоте 50, 100, 200 метров, на дальности 1500-2000 километров. Она может запускаться с подводной лодки и так далее. Их наделали в Америке тысячи. 2 или 3 тысячи, я не знаю. Вот. И американские генералы стали грозиться обезоруживающим ударом. Это что сразу одновременно, вот эту 1000 ракет, они на 1500-2000 километров летят. Значит, организовать внезапное нападение, и сразу все там шахты, все нацелит каждый. Сейчас это высокоточное оружие тоже. И это, пожалуй, одна из вот современных наиболее серьезных проблем. Низкая летательность. Она выныривает из-за горизонта. Как ее, так сказать, увидеть? Она радиолокатор на большой высоте ставит. Ну, в общем, вот это вот серьезная очень проблема. Наши военные тоже все перепугались, начали взвинчивать цены и деньги. Ну, всегда непрерывно увеличивалась мощность помех активных, плотность постановки пассивных помех. Наращивалась и совершенствовалась система ПВО, которая сейчас переросла в систему воздушно-космической обороны. Вот. И вот указанные обстоятельства, которые я вам рассказывал, они вели все время к непрерывному увеличению, наращиванию требований. Вот. И надо было радиолокаторы потенциал энергетически увеличивать, разрешающие способности, точечные изменения координат и так далее. Все параметры радиолокатора. Вот. Что, так сказать, другой момент заключается в том, что шла одна за другой эволюция элементной базы, возрастали возможности. Это вакуумные техники, лампы, магнетроны, клейстроны, ЛБВ, эндотроны, полупроводниковые техники, транзисторы, микросхемы, ЭВМ, сверхбыстродействующие сигнальные процессоры. Это открывало все новые и новые возможности. В частности, развитие транзисторной техники
ну, привело к исключению из радиолокаторов высоких напряжений 30-50 кВт, которые требуются для вакуумных приборов. Эта техника ВМ и сигнальных процессоров позволила заменить огромное количество их набитых ячейками аппаратуры. Просто ЭВМ и сигнальный процессор. Это небольшой вот такой вот кредит, который вот все. А так было там множество стоек. То есть совершенствование. И тем не менее, в конце 50-х, в начале где-то 60-х годов радиолокация подошла к такому, к тупиковому состоянию. И дело вот в чем. Для защиты от активных помех и увеличения рубежей радиолокаторов требовалось высокий энергетический потенциал. Это площадь антенны, умноженная на мощность передающего устройства. Это дорогостоящие, самые дорогостоящие составляющие радиолокатора, вот этот энергетический потенциал. А для того, чтобы защищаться от пассивных помех, требовалась высокая способность подальности. И получается, что нужно было излучать короткий импульс, но короткий импульс уже давно пиковое значение напряжений и еле выдерживал высокочастотный тракт. Так? И дальнейшее наращивание короткого импульса радиолокации тоже заходило в тупик. И таким образом вот, ну, фактически радиолокация приостанавливаться начала. И пришла в конце 50-х, в начале 60-х годов, пришли к так называемым сложным сигналам и к сжатию сложных сигналов. Я сейчас небольшой обзор как бы делаю, а потом будут слайды, там и принципы, и все там это будет, вы увидите на экране. Вот. И это, например, излучался длинный импульс, и, то есть, что соответствовало высокой энергии, так сказать. Вот. И он сжимался в согласованном фильтре до значений необходимых. Я там дальше вам проиллюстрирую. Вот. И вот радиолокация, вот это сжатие, которое сейчас является, ну, почти во всех радиолокаторах используется, это была огромная революция в радиолокации, которая ее раскрепостила, позволила добиваться как высокого энергетического потенциала, так и высокой разрешающей способности. Далее возникла еще одна новая интересная идея, которая позволяла повысить помехозащищенность. Это изобретение так называемого корреляционного компенсатора, который, с помощью которого можно было следящий ноль на помеху. Антенна превращается, помеха действует в каком-то направлении, но на нее независимо. При вращении всегда стоит следящий ноль. Это можно было сделать по одной помехе, можно по N помехам сделать. Там зависело. Ну, будут картиночки, я вам расскажу. Ну, развивалась антенная техника. Сначала были фазированные решетки метрового диапазона. Вот. Потом появились зеркала. Вот тогда, а в дециметровом и сантиметровом диапазоне только зеркала были, не было решеток. Вот. А впоследствии, наоборот, и вот сейчас
все, по сути дела, радиолокаторы переходят на решетки. И появились, в конце концов, от развития транзисторной техники мощной, вот, позволило перейти к так называемой АФАР, это активная фазированная решетка, в которой в каждом элементе, который стоит, приемопередающий модуль. И мощности модулей этих складываются в пространстве. Вот. Если их суммировать не в пространстве, а на месте, где-то в кабине, и делать там монопередатчик, а потом транслятор, то там возникают огромные потери, которые надо компенсировать вот этим самым энергетическим потенциалом, вот, что крайне невыгодно. А так это было минимум потерь. И прекрасные возможности по электронному сканированию в двух плоскостях. Я тоже вам это расскажу. Радиолокация получила широчайшее применение в военном деле, военно-воздушные силы, воздушно-космические силы сейчас образованные, военно-морской флот, сухопутные войска. Были созданы огромные системы ПВО различных диапазонах волн, гигантские радиолокаторы системы ПРО, это станции предупреждения ракетных нападений, станции контроля космического пространства, система определения государственной принадлежности судов, активная радиолокация, в управлении воздушным движением, трассовые, обзорные, аэродромные, посадочные полосы, метеорологии. Вспомните партроник в вашем автомобиле, УЗИ в медицине, контроль высоководных линий электропередачи, загоризонтная радиолокация. И вот одни из экзотических тем, которые мне вот как-то, может быть, попытаюсь что-то вам рассказать. Это вот защита танка, я вам говорил, от этой болванки. Вот. Это апертурный синтез, который на самолете. Представь себе, значит, летит самолет и локатор. Антенна такая, широкая диаграмма направленности. И значение поля запоминается ВВМ на протяжении определенного участка пути, например, 1000 длин волн. Вот. Они запоминаются, и потом 1000 длин волн, там самолетик проходит в метровом диапазоне там, за долю секунды, то есть это возникает мгновенно, такая виртуальная апертура, поля записанные, поле записанное, и потом фурье-образ, ну, строится, этого и получается. Короче говоря, 1000 длин волн – это примерно диаграмма направленности 3 минуты. У современных, у всех РЛС, ну, диаграмма ширина, диаграмма направленности, ну, 2 градуса, 1,5 градуса, но, а это буквально единица минут, на 1000 метров. Это, например, в диапазоне L-диапазон, так называемый, 23 сантиметра. Это 150 метров самолет пролетает, и возникает вот такая вот диаграмма. А в диапазоне метровом там 1,5 метра, 1000 метров, там 1500 метров. Так я порядки величин показываю. Ну, еще хотел сказать, что в развитии отечественной радиолокации государством выделялись огромные средства. Вот. Начиная от прекрасного вузовского образования на многих радиофаках, которые были созданы, в военных академиях, в огромном числе КБ и НИИ. Кстати говоря, товарищ Сталин не боялся конкуренции в этом деле. И эти КБ и НИИ, они были конкурирующие. Вот. Там был рыночный механизм. Огромное количество, вот я сказал, да, и все время, что я работаю,
в моем распоряжении, в распоряжении всех главных контролеров, был неограниченный финансовый и человеческий ресурс. Мы очень не знали там этих проблем, там, сколько стоит, там, сколько надо, столько. В общемировой практике отечественная адвокация занимает особое место. Я тоже вам постараюсь показать, рассказать. Вот. И многое, так сказать, многие успехи Нижегородской радиолокации, так, вот, которые тоже я постараюсь проиллюстрировать вам. Вот. И одним словом, годы моей работы пришлись на настоящий радиолокационный бум, в который я имел возможность и счастье активно и с успехом поучаствовать, в том числе в последние 40 лет в качестве главного конструктора, генерального конструктора, научного руководителя большого коллектива, одного из преуспевающих коллективов, это Нижегородская генеральная техника. Я вот дальше перейду к слайдам, примерам, объяснениям. Так, вот это плохо видно. Вот радиолокация, перед вами радиолокация метрового диапазона. Я плохо вижу. Поближе. Радиолокатор метрового диапазона. Вот мы, во-первых, видим сами радиолокаторы. Вот примитивные радиолокаторы слева. ПТА, простейшая радиолокация, с которого началась Нижегородская радиолокация. П-8 с государственной премией станции. И так далее. Вы видите, вот около каждой станции, вы видите, сколько она прошла модернизации всевозможных. Вот. Вот, если сравнить вот на табличке энергетические потенциалы, которые это, то он, энергетический потенциал, вот здесь трех станций есть, П-12, П-14 и П-70. Вот П. Есть это указка, нет? Все. Указка есть? Указка. Нет указки. Показывайте. Что здесь? Дотрагивайте. Ты короче кушаешь. Вот радиолокатор П-12. Вот следующий за ним. Это решетка. После этого вот был предложен радиолокатор зеркальной антенны, так, которой на 60 раз энергетика этого радиолоката превышала энергетику вот, станции П-12. И, ну, и пушное напряжение тут было мегаватт мощность. Вот. И она, кстати говоря, самые любимые станции в войсках, их выпустили тысячи изделий. Потом она много раз модернизировалась, последний раз в 2008 году. В этой станции, последней из ее модернизации, в них был вот встроен оптокомпенсатор. Кстати говоря, нижегородцы все успевали вперед других, в том числе и в мире. Вот. И вот этот оптокомпенсатор со многими компенсационными антеннами, там принцип потом будет показан, вы можете спросить вопросы, я вам расскажу. Вот. А эти вот P10-15, они в Горьком делались или нет? Да, это серийное производство было в Нителе, это бывший ленинский завод. На Ленинском все метровые станции, вот эти вот, которые я имею в виду, вот сейчас вам расскажу, показать, это все было делаться на Ленинском заводе. А главный конструктор вот станции П-14, выдающийся главный конструктор, лауреат Ленинской государственной премии, Овсянников Василий Иванович. Вот. Так вот, я рассказываю, это уже после Овсянникова. В 1978 году. Интересно, что вот эти станции,
они впервые были сделаны в стационарном помещении, в домике. Всегда станции делались до этого в транспортных каких-то единицах, в автомобилях, будем говорить. Вот. Это было очень удобно, потому что это разрешил Хрущев в свое время, когда сообразил, что зачем эти транспорты здесь, эти станции стоят, держат, так сказать, приколоты к местности и к тем объектам, которые они защищали. Вот. А домик, зима, печка в домике, картошки сварить. Вот. Там же дежурство круглосуточная станция, она круглые сутки работает. Вот эта станция сначала была в домике, и она была самой любимой в войсках. И туда и направляли, если начальник станции, только в виде очень большого поощрения. Вот. Их были сделаны тысячи выпущены. Дальше требовалось снова еще больше повышения энергетического потенциала. И вот вы видите следующую станцию P-70. Главный конструктор, опять же, вот это Василий Иванович Овсянников. Эта антенна стоит на двухэтажном доме. Вот. И она имеет размеры 50 метров на 35. И две поляризации, горизонтальные и вертикальные. Тут была такая, так сказать, история. Пиковая, она имела 3 мегаватта импульсной мощности. И средняя? 3 мегаватта импульсной мощности. А средняя какая? Средняя у него была 2 передатчика, каждый по 10 киловатт. Один вертикальная поляризация, другой горизонтальная. Вот. И подошли, и это, вот эта уже мощность пиковая, она была предельно возможной. Дальше пробивался тракт, не было таких ламп и устройств, которые бы какой-то, может, был с передатчиком более большой. И было противоречие такое, как же организовать защиту от активных помех и одновременно защиту от пассивных помех. Пассивные помехи, чтобы защищать, надо было импульсные объемы уменьшать, разрешать способность по дальности. А чтобы увеличить рубежи и помеха защищенности от активных помех, нужно было длинный импульс, поскольку высоту уже его нельзя было делать, был предел. Вот. И эта станция была запланирована, сделан макет даже, когда было два канала, короткая импульсная и длинная импульсная. Короткая импульсная. Был поражался активной помехой, а длинный импульс – пассивный. Поэтому при комбинированном воздействии помех пришли в тупик к противоречию. Обеспечить было комбинированное. Но там у вас дело чем, да? Нет, это пока. Вот я сейчас рассказываю историю. Да. Историю. И вот в это время был вот как раз предложен вот этот сложный сигнал. Сложный сигнал. Ну, могу похвалиться, что был альтернативный вариант, которым я руководил, вот, в котором был реализован вот радиолокатор со сложным сигналом. Докладываю вам, что вот эта станция первая в мире промышленный образец со сжатием сигнала. Так. Ну и там очень много бы я бы вам интересно рассказал. Сжатие потребовало, сжатие сигнала, который тоже я будет продемонстрировать, идею сжатия. Но ну, во-первых, я скажу, что вот здесь, в этой станции, сжатие было 50. Это означало, что 3 мегаватта превращались в 150 мегаватт,
что совершенно было невозможно было себе, так сказать, представить. Вот. И это, но для того, чтобы сделать вот это вот, ну, релокатор сожжать, требовалось полное переосмысливание всего. Передатчик, который делался и был довольно несложным, в виде автогенератора, не мог сложный сигнал передавать. И я потом расскажу, что это за сложный сигнал. Вот. Но сжатие, конечно, в приемнике. Надо... Что? Сжимали в приемнике. Сжатие для того, чтобы, сжать, надо его сначала излучить. А для того, чтобы ее излучить, нужно передатчик с независимым возбуждением, а не автогенератор. Это вот в этой станции, в P-70, передатчик занимает два этажа плунжера, он огромный усилитель. Да. Вот, для того, чтобы... Ну, и в приемниках там огромные проблемы были, которые сейчас, ну, трудно останавливаться. Вот, все это было сделано вовремя. Вот. Кстати говоря, вот за научный вклад в корреляционную автокомпенсацию и вот это вот сжатие, ряд статей написали, много из разработок было, мне и товарищу моему была присуждена государственная премия в области науки. Дальше я хотел вам рассказать следующее. Вот эти станции, которые я перечислил, они, ну, там дальше по 18, я не буду про них рассказывать, это тоже массовые станции, тоже много тысяч выпущено. А дальше вот я хочу обратить ваше внимание на рисунок. А, вот этот, вот на этот рисунок, увидите, да? Это называется «Востомер». Все станции были двухкоординатные, они имели азимут и дальность, и вращающаяся антенна была. Вот. И для того, чтобы иметь угол места и высоту, вот к станции придавался востомер. Но востомер имел малую производительность, там, скажем, ну, самый лучший оператор мог 6 целей. Этот востомер он таким образом, по цели указания дальномера работал, останавливался в азимуте цели и сканировал вот так вот механически. Вот. Ну, было для... Их ставили несколько, около каждый востомер этой транспортной единицы, человеческий ресурс, потому что это было очень все дорого и в конце концов по производству совсем перестало удовлетворять. Вот. И тогда, не знаю откуда, появилось постановление ЦК Совмина сделать трехкоординатную станцию в метровом диапазоне волн, высокопроизводительную, без, чтобы избавиться от востомера и сделать высокую производительность. Но это работа. Но к этому времени уже трехкоординатные станции появились в дециметровом, сантиметровом диапазоне. И да, еще была и НИР параллель поставлена, потому что совсем нельзя, не знали даже, как подступиться к этой работе. Вот. И для того, чтобы сопоставимые точности и разрешающие способности со станциями там дециметрового и сантиметрового диапазона получить, надо было сгромоздить антенну 60 метров на 30. В транспортабельном варианте, который требовался, это была совершенно немыслимая работа. Невозможно было. Вот. И тогда вот, в ходе НИР, назывался НИР-угол, тоже очень серьезный. Я был, кстати говоря, руководителем НИР и главным конструктором этой станции. Вот. Было предложено такое решение. Значит, разрешающая способность по азимуту получить
крестообразная антенна, вот которую мы видим. Она по вертикали имела большой размер, по горизонтали имела большой размер. Но теперь она убиралась в несколько транспортных единиц. Но 60 метров высоты никак не получалось. Опять выходили за рамки возможного. И самое лучшее, что можно было, это 30-40 метров. Кстати говоря, я жил в девятиэтажном доме. Девятиэтажный дом – это, значит, его есть по 3 метра на этаж, грубо говоря, 27 метров высотой. Я подходил к своему дому и начинал рисовать эту антенну, которая, значит, по горизонтали 30 метров и по вертикали 40, например. Так, вот. Это антенна в два раза меньше, чем требовалось. Вот. И меня страх одолевал, как все это реализовать и сделать. И я еще хочу сказать, что здесь примыкала еще масса вопросов. Вот эта передатчик независимого возбуждения, который занимал два этажа вот, предыдущей станции, надо было сделать, ну, был изобретен так называемый эндотрон, широкополосный усилитель мощности, который малый объем имел. Каждый, там было примерно... Там десятка-полтора соисполнителей по Советскому Союзу. Ну, то, что она будет работать и будет делать, никто не верил. Тем более, что предыдущий опыт создания трех координат был заранее. Вот в П-12, который я вам рассказывал, в старинной станции, в ней ставили гониометр, так называемый, где берется высота. Но он был... оказался, что она неоднозначно мерилась и было запрещено. И этот гониометр был исключен из станции прям указом соответствующим. Вот. И вот с учетом станции внедрялось одновременно порядка 40 изобретений для того, чтобы ее было сделать. Я не имею возможности все рассказать. Но я помню защиту технического проекта, вот, когда мы все доложили, там был один полковник, будущий генерал, Стрельников некто, который сказал, ну, Александр Иванович, ну, сделайте вы это, образец, и будет он стоять памятником науки и техники над здравым смыслом. А я ему сказал, что я всю Россию крестами обставлю. Вот. Что и произошло на самом деле. Она тоже получила государственную премию. Знаете, создание вообще локатора – это дикая работа. Вот, это только фанатик, по-моему, способен все это дело до конца, так сказать, довести. Много лет, 5 лет делается радиолокатор, 5 лет ничего не работает. И еще на госпитале привозят там Капустина, куда там, тоже ничего не работает. Так, и вот я сравнивал работу разработчика и работу сапожника. Вот смотрите, сапожник пришел с утра на работу, у него старые там какие-то эти ботинки, там, не знаю, чего. Он через 2-3 часа они превращаются в новые, он может счастье. И так в день. Он мог закончить работу и видеть полезный результат, и может быть, как счастье это воспринимать, много раз в день. А разработчик радиолокатора
имел счастье один раз, когда кончались госиспытания успешно. Это счастье разработчика было равно всем счастьям сапожника спрессованным в один пакет. Но дальше НБУ идет. Опять с государственной премией, уже с Российской Федерации. Это дальнейшие модификации, переход на цифровую фазированную решетку. Там очень интересный вопрос есть про электронное сканирование, там, ну, не имею возможности все рассказывать. Вот. А вот следующая станция, которая показана, это активная фазированная антенная решетка. В каждом, вот мы видим, что в каждом излучателе, около каждого луча, стоит приемопередающий модуль. Вот приемопередающий модуль, вот излучатель. Я, там видно, да? И суммирование энергии происходит в пространстве, а сами эти модули, они маломощные. Нет ничего, никаких. И в этой станции достигается минимум потерь. Это первый был, первая наша станция была с активной фазированной решеткой. Вот. А вот в дальнейшем я расскажу, как все развивалось. Вот это станция метрового диапазона. Кстати говоря, почему метровый диапазон был, ну, почему развивался? Он развивался только в России. И только у нас в Нижнем Новгороде, можете себе представить. И в чем, так сказать, была проблема? Я докладываю, что метровой диапазон, вот тот, в котором делает станция, он совпадает с телевидением и не прописан в международном регламенте. Он запрещен в международном регламенте для радиолокации. Вот. Но Россия стоит на необъятных просторах. Вот, и радиолокаторы метровые, при всем при этом, были самые дешевые. Я там сейчас вам немножко сравнение ниже покажу, по стоимости там и так далее. Они были самые дешевые, самые простые. Так? И надо было организовать поле. Сначала была идея по границе организовать радиолокационное поле, потом внутри радиолокационное поле. Надо было такой потенциал выбирать радиолокатор энергетический, чтобы их поставить пореже позиции, чтобы человеческий ресурс экономить. Вообще позиции, позиции – это полное жизнеобеспечение там должно быть. Столовые, барак, бараки, там, туалет, там, ну, энергетика и так далее. Это целая большая была проблема. Поэтому вот надо было пореже. И тем не менее, вот эти станции метровые, они более высокий энергетический потенциал обладали. Вот я ниже вам примерчик попробую рассказать, если не забуду. Сравнение энергетических потенциалов метровых станций и сантиметровых и дециметровых. Короче говоря, это было самое выгодное и единственно возможное направление, как защитить вот это огромное государство, обеспечить контроль воздушного пространства. А затем сейчас и все это переходит в воздушно-космическое следующее решение. Ну, это вот, я не буду останавливаться, это просто принцип действия неба и небу показывается. Высотомер, значит, вот эта горизонтальная часть креста – это дальномер. В ней приемник и передатчик есть. А вертикально работает только на прием. Ну, вот так. Сканирование. Идея сканирования. Обычно сканер делается там путем в каждый элемент. В каждую строку должен был вставляться возвращатель. Это огромное оборудование, управление требует. Вот здесь, в этих станциях, и в небе, все это, никаких нет, ни возвращателя, ничего. Просто строится фурье образ распределения на аппаратуре.
тоже отдельный вопрос, отдельный. Да? В общем, никакого оборудования нет, просто вот то, что есть на аппаратуре, переводится. Ну ладно, неохота, заболтал. Давайте дальше. Это вот как раз вот идея измерения угла здесь показана. Если будут вопросы, я расскажу. Они очень интересные. Дело в том, что большие сложности в метровом диапазоне. Вот я вам говорил, что антенну надо было 60 метров сделать, а мы только 30 сделали. Что нам мешало? Что приходит два сигнала. Один приходит небесный, а вот небесный сигнал приходит, а другой перетраженный от Земли, земной луч. То есть таким образом с положительных отрицательных углов. Вот здесь вот на следующей картинке мы видим отклики. Вот это отклик земного от сканера, отсканированный земным лучом, а это вот небесным. Они стоят на своих углах. Вот максимум диаграмма направленности – это синус угла места. А когда угол начинает уменьшаться, то мы видим, что вот эти все отклики все ближе и ближе сближаются, и в конце концов вместо двух горбов возникает один горб. И вот максимум вот здесь вот был, а он перемещается сразу. И это когда на пошаренные лучи они встанут в расстояние, то возникает зона нечувствительности. Перескакивает сразу ноль получается. И тут вот иллюстрация внизу есть, это вот перегрессионные характеристики. И мы тоже это преодолели там путем определенных изобретений, которые я вам расскажу, в небе и в небе У, они разные совершенно, так, но не имею возможности все это останавливаться, рассказывать, дальше поехали. Это вот идея сжатия, кого, я не знаю, надо это вам рассказывать или не надо. Вот длинный сигнал мы видим, частотный модуль, линейно частотно модулированный, и оптимальный фильтр. Вот характеристика отклика оптимального фильтра, который зеркален зондирующему сигналу, показан вот на рисунке. Вот это вот, например, зондирующий сигнал, это линейно-частотная модуляция, вот дельта F, ширина спектра, единичность T. А вот отклик оптимальный фильтр такой, когда, ну это как бы вам сказать, оптимальный фильтр это некая диспердирующая среда, в которой скорость распространения зависит от частоты линейной. И противоположно этому закону. Получается так, что все гармоники всех частот выбегают, так сказать, из линии задержки вот этой вот, вот одновременно. И возникает, вот они складываются, и возникает вот этот сигнал. Это вот отклик, мы видим, ЧМ-сигнала, это отклик квазимонополированного сигнала. Вот одни и те же укорочения, одни и те же длительности. Там вот это вот суть сложных сигналов. Там тоже очень много интересных вопросов. Это, ну, например, вокруг этого и научных в том числе возникло. Например, Вот эта система, оптимальный фильтр, она инерционная. И инерционная система по центральной предельной теореме, когда складывается, ну, например, отклики от пассивных помех, например. Я не знаю, вы представляете, что это такое или нет, это диполь там. Вот, то инерционная система по центральной предельной теореме, она должна приближать распределение к нормальному. А вот в этой системе, поскольку импульс укорачивается, на длительности импульса укладывается меньше отдельных импульсов, в общем, здесь явление денормализации.
происходит, которые тоже очень интересные. И научно это жена моя книжку написала, Лариса Петровна. Вот. Дальше. Вот здесь дальше автокомпенсация помех. Ну, вот это вот корреляционная автокомпенсация. Я вам сейчас скажу. Вот это вот основная антенна, а вот это вот компенсационная антенна. Можно поставить такой вопрос. Какой вот здесь надо иметь коэффициент, множитель, чтобы вот эта вот система, чтобы эти два колебания вычитались, помехи вычитались, и чтобы здесь был минимум среднеквадратического значения. Это оказывается коэффициент корреляции между ними. Просто, ну и еще он выравнивателем должен. Если составить уравнение, которое вот здесь написано, они простейшие, то вы увидите, что вот эта вот система как раз, она выравнивает амплитуду и фазу мгновенно. Вот. И вот мы видим здесь с вами диаграмму направленности антенны основной. Мы видим с вами под помеха. Видно, да, как я показываю? Да, понятно, да? Вот помеха воздействует, а вот ноль на помеху. Он следящий, она непрерывно выравнивает амплитуду и фазы. Противофаза всегда встает и выравнивает амплитуду. И когда диаграмма передвигается, сканирует, то ноль остается на помеху. Можно образовать, обобщается это на случай N. Но для этого надо иметь не одну компенсационную антенну, а N компенсационных антенн. Ну вот у нас, например, 5, 8 компенсационных антенн. То есть одновременно можно осуществить подавление многих помех. Это тоже эволюция была мощнейшей, как это, ну, чтобы в 10 раз увеличить, там, ну, порядка 10 раз, во всяком случае, метровом диапазоне. 24 децибела, кстати, подавление. Поехали дальше. Что-то. А это вот я показываю станции средних и больших высот дециметрового и сантиметрового диапазона. Интересная тенденция опять, вот первая. Ну, это, конечно, опять наша радиолокатор с государственной премией, 167, это частотный сканер. А эти две, вот обратите внимание, что и это последняя станция противника. Вы обратите, опять зеркала переходят в решетку. И вот во всей радиолокации, где мы будем видеть, это будет вот такая тенденция. То есть, в настоящее время решетка является самой выгодной и тем более активной решеткой. Это дальше. Тоже НИР, да? А? Это НИР? Это мысль, да? НИР. НИР? НИР? НИР. Из кота. Это вот эти две верхние станции, вот это не НИР. Это старинные станции, вот это вот П-20, там, не знаю. Это Леонозовский, да, НПО Леонозовский, где я сейчас работаю. Вот. А это не ее станция называется, это первая, там, ну, интересная очень станция, частотный сканер, у нее решетка в облучателе. Много интересов назад. Да. Поехали дальше. А, ну вот тут, вот знаете, тут сравнение, не имею возможности задерживаться, это сравнение различных диапазонов волн. И получается так, что где-то преимущество метрового диапазона, где-то преимущество дециметрового, сантиметрового диапазона, разные помеховые обстоятельства. Вот. Ну, тут подробно писать сейчас уже некогда, по-моему, со временем. Лучше, что вас будет интересовать, я отвечу на вопрос, который здесь. Короче говоря,
Вот история складывалась таким образом, что надо было как-то наиболее выгодно использовать преимущество каждого из диапазонов, сложить преимущество диапазона. Вот. И возникла следующая идея. Дальше поехал. Вот. Вот многодиапазонный радиолокационный комплекс. Называется небо. Кстати говоря, небо – это как бы бренд. Все станции неба. Последние. Вот мы видим здесь мобильный трехдиапазонный комплекс. Станции метрового диапазона, станции дециметрового диапазона, станции... Они все на одинаковых автомобилях. У них каждый на автомобиле время развертывания 15 минут. Вот. А вот здесь бы мне хотелось немножко остановиться. Вот они вот раньше было так, что вот здесь вот на этой вот табличке вот есть то, что было вот до этого комплекса. Вот здесь вот есть. Вот. Это вот, посмотрите, сколько транспортных единиц было. Посмотрите, это было разнотипное. Каждый там, эти самые, боевой расчет, разные совершенно ведения боевой работы. Вот. Они были, конечно, далеки от мобильных. Вот. Кстати говоря, вот пункт управления вот здесь вот спрятан. Он находится, может, в километре, в полутора километрах от вот этого вот многодиапазонного комплекса. И раньше каким образом было? Была такая ОСУ, информация от многих диапазонных станций, от разных диапазонных станций, она в ОСУ стекалась. АСУ – это автоматическая система управления, это немножко по-другому называется, но для вас, чтобы понятнее было. Вот, стекалось туда да, и не было организовано взаимодействие. Не было, так, вот, в этой, вот здесь вот организовано взаимодействие, так называемый адаптивно-программный обзор. Каждая станция может находиться в обзорном режиме, может находиться по цели указания. Смотрите, вот здесь внизу на картинке, вот на этой вот, вот это вот, например, вот этот вот луч, он, например, одна станция метровая дает цели указания дециметровой, а та лучом стреляет карандашным. Вот, в карандашном луче энергии во столько раз больше плотность энергии, во сколько раз вот эта ширина этого луча больше, чем зона обзора. То есть там, ну, огромные концентрации, возможно, огромные концентрации энергии выигрыша во всех. И каждая станция находится в обзоре, в общем, очень такая. Вот, и вот я что хотел вам продемонстрировать. Вот это вот внизу, вот это вот внизу, вот это вот, ну вот две радиолокационные станции вот здесь, это дециметровая, а это вот метровая. Вот вы видите, вот это вот фрагмент антенны, они все фазерные решетки активные, с двумерным сканированием электронным. Мы видим, вот в одном квадратном метре располагается один излучатель метрового диапазона волны. Для того, чтобы организовать фазерную антенную решетку в дециметровом диапазоне, вот вы видите, 36 надо излучателей, 36 прием-передовичка модулей и так далее. Вот эта станция, она имеет порядка 2000 модулей, а вот эта станция имеет 200 модулей. В 10 раз меньше. А площадь антенны у этой, ну, например, тут 30 метров квадратных, а здесь, например, 180, то есть в 6 раз больше. И энергетически при одной и той же мощности передач, которая вот здесь есть, энергетический потенциал этой станции в 6 раз превосходит
и соответственно дальности и так далее. Но все находится как бы в борьбе противоречий. То есть здесь, например, нижняя кромка зоны выше, здесь лучше с изменением угла места. Ну, в общем, вот это вот последнее слово науки и техники. Так. Но я главный конструктор был этой работы до 74 лет. Потом я передал эту работу другому главному конструктору. Бомштейн Александр Ильич, талантливейший главный конструктор, богу слава, он сумел. Технический проект под моим руководством защищался, а дальше колоссальная работа была проделана, и станции эти находятся в серийном производстве в настоящее время. Вот. И это последнее слово радиолокационной техники, я могу вас доверить. Дальше что у нас с тобой? А это вот сейчас я вам покажу там просто слайд, полистаем. Вот это вот маловысотный обнаружитель. Это вот этот вот Леонидовский завод, где я сейчас работаю, делаю дальше. Вот это вот станция радиолокатора в взлетной полосе. На взлетной полосе вот была вот это вот радиолокатор, который был, мы видим опять эти зеркальные антенны. Вот эти антенны, вот эти маленькие антенны, две антенны, одна вот такая, другая вот такая. Это крутится вот так, это крутится вот так, вот, а это обзорная. Вот. И вот они таким образом измеряют две координаты. Все это вот мы, наши разработки, вот это мы заменили, вот эта вот станция обзорная. Вот эта вот станция обзорная, которая стоит на взлетной полосе. И она должна, она обзор делает, а вот следующая станция, сканер электронный, она должна очень точно мерить координаты и посадить самолет, то есть обеспечить посадку по глиссаде, так называемой. Ну, тоже целые кучи, можно рассказать. Вопрос, который здесь встретились, но мы видим, что от зеркала ушли, опять уход идет к позерным решеткам. Вот. Дальше. Это трассовые радиолокаторы для управления воздушным движением. Вот этот локатор стоит, по-моему, в Домодедове и обеспечивает вот весь обзор вокруг. А это радиолокатор, опять зеркала заменены, как мы видим, на решетку. Вот. Это последний радиолокатор, он двойного назначения. Он одновременно служит и трассовым локатором управления воздушным движением и используется как санкции, как для для контроля воздушного пространства, противовоздушной обороны. Дальше. Это вот, я думаю, если кто-то спросит, почему потери меньше в опоре, чем она выгодна, вот тут иллюстрируется, пропускаем. А это вот всякие вам, эта станция, это ЗРК, зенитно-ракетный комплекс Печора. Вот такое экзотическое построение. Вот. Локатора, опять я свое, зеркальный. Вот. А дальше вот, это выпускаемое нашим тоже предприятием, на котором я сейчас работаю, это вот станция ВВО называется, всевысотный обнаружитель. Она для зенитных комплексов самого последнего, так сказать, этого целеуказания дает зенитно-ракетным комплексам. Что? Печора, какой диапазон? Диапазон у Печоры. Где в этой? Вот. У Печоры? Да. Да.
Или три, или десять. Я эту печеру не делал. Так и занимался когда-то и хотел сделать вместо нее подземную решетку, но я думаю, что 10. Вот. А вот это внизу, вот это вот очень экзотический радиолокатор. Это активная фазированная решетка. Это радиолокатор, обзорный радиолокатор вот зенитно-ракетного комплекса знаменитого С-300. Вот он вот как сделан. Вот вы видите облучатель. Их, кстати говоря, два, да, симметрично. С двух сторон. А вот здесь, на этой вот площади, располагаются фазовращатели. На проходные фазовращатели. То есть вот это вот облучатель создает распределение поля. И через проходные фазовращатели, они большой мощности, как вы понимаете, так? Вот. Идет управление лучом. Ферритовый фазовращатель. Да. Есть, как полагается, московский завод фазовращателей для этого был. Сейчас она заменена в системе, в сельбовом комплексе С-400 заменена тоже на активную фазовную решетку. Но это очень экзотический локатор, я хотел просто его вам показать. Дальше. Вот мы видим самолеты-разведчики. Вот, ну, тут написано заглавие. Вот это вот наши отечественные самолеты. Есть, конечно, иностранные. А это вот тоже Нижегородская нейротехника разработка. Это вертолетный локатор. Интересно, что вот эта антенна внизу, 6-метровая, под вертолетом вращается. Так, он стоит, он корабельный, и идет, скажем, корабль, а вокруг него, например, 3 вертолета или 4, которые где-то находятся за 200, за 300 километров, и все там ему показывает состояние вокруг корабля. Интересно, и очень много их тоже, они выпущены, проданы в Индии с большой выгодой. Институт обогатился на этом локаторе. Вот, а это вот мы видим истребитель 5-го поколения, последнее слово науки и техники. Вот. Ну, я не уверен, что он в серийном производстве, я уверен, что он не в серийном производстве, так это еще сейчас идет разработка, но фюзеляж этого самолета – это фазерные антенные решетки. То есть, и, по-моему, и крылья, но я вот точно вам сказать не могу. Дальше. Это вот станция «Жук» называется. Это в носу самолета находится. Активная пара, желтая, активная фазерная антенная решетка. Это все диапазон самолетных станций 3 сантиметра. 3 сантиметра. Поехали дальше. Вот корабль. Так, атомный крейсер. Вы видите, да, там он весь увешан антенными радиолокаторами. Так. Кстати говоря, вот я так думаю, вот вы вот представьте себе, вот море, открытое море, и корабль. И его же видать, он же нигде там не замаскированный, ничего. И как, какую он должен иметь могучую систему обороны, чтобы суметь отстреляться. Так вот. Вот, кстати говоря, я сравниваю это с городом. С городом. Вот есть город. Я как-то Шурику рассказывал Андронову. Есть город, так? Вот это тоже корабль в море своего рода, так? Он обладает самыми большими возможностями защититься. Это огромные дома, стоят, в торцах которых можно сделать подземные антенны. Это крыши,
Так, это подсветку можно сделать мобильными станциями, мерцающие, такое создать подсветное поле. Ну, вот, вот этот набор новых идей всяких. Ну, это давно предлагаю, но меня военные не воспринимают. Разнесенный проем. Дальше. Это станция Дон. Вот она видит, Миша, она видит 5-сантиметровый шарик на 3000 километров. Я где-то читал, по-моему, если не вру. Могучий в четыре стороны смотрит. Это где-то сантиметровый диапазон. Дециметровый диапазон. Вот. Дальше. А вот это самое новье. Это станция Воронеж. Сейчас серийное производство установлено. Это совершенно активный фар, вот, который, это, знаете, имеет многие тысячи километров дальности. Это метровый диапазон станции. Вот если, ну, я не автор этой станции, я только имею возможность по картинкам вам прокомментировать. Это вот если взять там, вот на этой картиночке, вот этот размер сравнить, там автомобиль, там другие еще картинки есть, то мы увидим, что это сотни метров, там больше сотни метров, это температура колоссальная совершенно. И она, вот ее отличие такое, она называется высокой заводской готовности станции. Это вот что означает. Вот вы видели там дома. Вот еще бы можно было, вы знаете, вот станция Дарьел была или Волга. Это огромные такие, в Азербайджане вот воевали, потом бросили ее. У нас стоит где-то там. Они все дома, огромные дома, капитальные стоят, дорого. А вот эта станция, высокой заводской готовности, что ли, просто ее привозят и собирают на место, готовые узлы, что очень выгодно. Она сделана в метровом диапазоне, в дециметровом диапазоне. Вот, и сейчас их расставляют везде, пользуются большим успехом. Вот. Мой друг Слока, Виктор Карлович, который зачинателем является этих станций, стал героем России. Хорошо. Дальше. А вот американский СБВ, СБХ, радиолокатор. Это высота его 85 метров, вот все это на плавающей платформе. Это вот те ради, это история, это из тех радиолокаторов, которые Чехии вот, вокруг России расставляют, чтобы увидеть пуск ракет, так, из которого идет огромный скандал между государствами, между НАТО и Россией. Какого он диапазона? Я не знаю, но я так предполагаю, что это где-нибудь 3-10 сантиметров. Кстати говоря, ну ладно, дальше что-то у нас есть или нет. Вот. А вот это вот, я вам хотел просто рассказать. Вот я ушел, когда мне было 75 лет, с командой, с большой, мы ушли из Нижегородской радиотехники. Мы ушли в глухой подвал. Вот. Все руководство снялось из-за несогласия директора. И ушли. Вот через 10 лет, что, во что мы превратились. Это вот пятиэтажный дом огромный, это специальное конструкторское бюро, а дальше производственное корпус. Я зачем это показываю? Я приглашаю молодых специалистов, желающих получать московскую зарплату и быть трудоустроенными в соответствии с теми рассказами, которые я вам здесь сделал. Приглашаю к нам в
У нас... Это проект или уже построен? Да это я тут работаю. Что-то тут кругом ничего не видно. Остановили где? Ну, немножко. Ну, на самом деле, тут вот где две трубы. Вот здесь вот стоят. Это Автозаводский район, улица Лесная. Приезжай. Ну, и дальше, если хотите, покажу вам просто вот уровень моей работы, где я... Вот министр, у нас побывали все министры обороны. Вот это Сергей, этот, Сергей, Игорь Сергеев. Вот я ему в небе у объясняю устройство локатора. А это называю, это Ситнов, начальник вооружений вооруженных сил Российской Федерации. Это наш большой друг был, он регулярно посещал институт, вот, и проталкивал нашу продукцию, и помогал очень крепко. Мы его ни разу не подвели. А вот там сзади, это вот Бомштейн, тот самый, который заменил меня на НИДМ. Главный конструктор тоже, серьезный главный конструктор. А это вот другой министр обороны, Сергей Иванов, а рядом с ним начальник генерального штаба. Блуевский, а это я. Вот. А это, вы узнаете, Кириенко. Вот это, да? Вот. Он был Приволжским федеральным округом заведовал в это время. Вот. Вот дальше. А это вот, вот эта вот центральная фигура, это Квашнин, Анатолий Квашнин, начальник генерального штаба. Это станция неба. Вот он приехал, прилетел посмотреть, в Смолине она была развернута. А вот, вот это вот замминистра обороны Михайлов, это Ситнов, которого я вам сейчас рассказал, начальник вооружения. Это следующий за Ситновым начальник вооружения. Ну, тут я, как полагается. Дальше. Это вот это мы видим с вами академика, дважды Герой Всероссийского труда, это Будкина Бориса Васильевича. Это генеральный конструктор «Алмаза», знаменитый УКБ-1, который был. И главный конструктор комплекса С-300, который получил вот такое широчайшее распространение по всему миру. Вот. А рядом со мной вот это вот Михаил Абрамович Лейтих, главный конструктор вот локаторов противника, который я показал. А сзади талантливейший инженер, мой друг Игорь Георгиевич Крылов, тоже главный конструктор авиационных станций готового дебазового. Дальше. А это вот, это снимок сделан на полигоне Капустин и Яр. Здесь конструктора вооружения ПВО. Ну, это тут знаменитости большие. Вот это вот Расплетен, именем которого у нас сейчас Алмаз, бывший КБ-1. Вот. Это Грушин, академик. Вот, вот это вот. Академик Грушин, который создал все зенитные ракеты. Директор генеральный, генеральный конструктор. Вот это вот Бункин, которого я вам только сейчас показывал, тоже дважды Герой Всероссийского труда. Вот, вот, вот это вот Лиманский, это главный конструктор С-400. Он Антеевич книгу написал, серьезный профессор. Вот это вот Яков Безель, это генеральный конструктор информационной составляющей системы обороны Москвы. Большой человек. Вот. Это знаменитость, академик тоже. Я запамятовал фамилию. Он, сейчас вы, может быть, слышите везде, этот панцирь, пушечно-ракетный комплекс. Вот, тоже огромное предприятие организовал, так, вот, и он, ну,
для широчайшего использования имеет и спрос. А вот это вот два главных конструктора радиолокаторов, оба нижегородцы. Один мой друг Колегаев из Правдинска, Правдинским КБ заведовал. Вот. Ну и ваш покорный слуга. Вот такая вот была. Это 11-й год. Капустина я. Дальше. Что-то есть, все кончилось. Похвалился. Достаточно.